Всем приветики! Как в обычных электронных часах, отключить будильник и пищалку каждый час. Есть кнопка отображения будильника, даты и настройки всего, что здесь есть в часах. Чтобы включить или отключить будильник, нажимаем кнопку и удерживаем кнопку отображения будильника, затем нажимаем кнопку отображения даты, и будильник включается либо выключается. Если держим, то он пищит. Пищалка выключается тоже в этой же менюшке. Открываем отображение будильника и нажимаем кнопку настройки. Исчезают дни недели. Это значит, что пищалка выключена. Если они появляются, значит, пищалка включена. Вот. На этом все. Всем покедова.